Сходили мы в Казанский собор сейчас. Все видео будут позже. Немножко на телефон посниму. Ну какая колокольня. Ветрено, ветрено очень сильно. Нет, отсюда не видно, сейчас обойду. Еще колокольню покажу. Вот это совсем уже разрушено. Что здесь было? Да, мы сейчас в Вышней Волочке находимся. Казанский монастырь. Народу никого. Мы здесь, похоже, единственные сейчас туристы. Сюда, кстати, очень трудно добраться без своего транспорта. Мы доехали на такси, но тут, по-моему, до остановки еще порядка 800 метров идти. Как красивая тоже часовенка. Все, мы уже собираемся покидать территорию монастыря. Немножко на телефончик еще поснимаю. Да, вот там Кронштадтский заснеженный. Какие-то службы, служебные помещения, имею в виду. Вот отсюда хороший ракурс. Вот Вышневолоцкий Казанский женский монастырь. Но здесь нет входа, вон там, где машина выезжает, батюшка выезжает. Сейчас идти где-то 2,5 километра до ближайшей остановки. Да, вот это, конечно, заброшено. Но он крепкий. Ну крепкий, он капитальный. Вот мы уже уходим. Хочу еще показать на видео, как выглядит монастырь на подъезде. Дорога, да, видите, вообще никакая. Практически нет движения. Вот оттуда мы ехали. Туда мы идем. Возвращаемся. Вот как выглядит. Не очень видно. Да, вот еще раз смотрим на театр. Вот это, наверное, центральная елка, да? Елка то ли не наряжена, то ли очень скромно как-то наряжена. Какие-то звездочки болтаются на ней. Наряжена. Наряжена уже? Они огоньки ночью горят. Вот нам женщина подсказала, что наряжена. Ну вот такие звездочки только там. А гостиным рядам можно там пройти? Смотри, там же, там же магазины работают. Значит, можно там пройтись-то? Ну, больше нет нигде. Вот так вот рядом.
Нет, я имею в виду вообще к этому зданию подойти. Да, тут чинить не перечинить. Ну, во всяком случае, не бросили это здание. Пытаются что-то сделать. Это подпорки стоят, да? Да, или чтоб не рухнуло. Я сейчас сниму вот так. Не знаю, как это, балки или как это называется, подпирают. Я сейчас как раз на телефон параллельно снимаю, чтобы приблизить можно. Подпорки. Подпорки, да. И это, друзья, самый центр города. Какой храм напротив красивый. Честно, забыл его название. Сейчас подойдем и тогда назову. Смотрел, но забыл. По-моему, Богоявленский. А это автостанция Вышний Волочок. Прямо перед нами Цнинский канал вот это. Впереди пожарная станция, но мы не пойдем. Я думаю, не очень там ничего особо интересного там нет. А вот там Вышний Волочок. Там с хэштегом пытаюсь приблизить. Да, мой Вышний Волочок. Минус буквы Ё. Да, я тоже тут, если что. Так. А вот Богоявленский собор, только что мы там были. Впереди торговые ряды, но, наверное, нужно сказать, что они заброшенные. Подпирают их подпорками, но, скорее всего, уже, наверное, ничего не наладится. Но собор, он всегда хорош. Всегда там чисто. Да, вот это торговые ряды. Ну хорошо, все-таки, что они закрыты для прохода людей, что опасно. Мы сейчас на этом автобусе поедем, четвертом. Там тоже дом старинный, видно. Я не подготовилась, у меня зарядное устройство для телефона не подходит к пауэрбанку. То есть там разъем Lightning и Type-C.
взяла провода, но не те. Поэтому пришлось проводочку купить в ДНСе. Не могу понять, по какой улице идем. А, что это за улица, не знаешь? Не видно нигде. Название, номер дома написано. А, сейчас мы приблизим и увидим, наверное. Нет, что-то пока, наверное, не фокусируется. Сейчас подойдем. Так, сейчас автобус едет. Вот так, это Казанский проспект. Уже темнеет, сейчас мы немножко пройдемся, наверное, уже будем выезжать. Не увидели мы этот мост? А вон, кстати, этот мост. Даже дойдем, как не видели. Вон он. Значит, увидим. Судьба. Деревянный, ну жилой. Уже темнеет, сейчас мы, наверное, уже будем выдвигаться в сторону отеля. Ну все, уже начинает смеркаться. Время сейчас без 24 уже. Мы потихонечку пойдем в сторону отеля. Ну что, тебе понравилось в Вышнем Балочке? Безумно! В принципе, на этом и рассчитываем. Ничего нового. Ну, я даже лучше увидела, нежели мы смотрели в обзорах. Там, наверное, преднамеренно искали какой-то негатив. Ну, какие красивые досочки. Ну, тоже заброшечка. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волочанин». Сейчас я немножко опять снимаю на телефон, чтобы уже в ближайшее воскресенье выпустить. Сейчас суббота. То есть завтра выйдет это видео. А в основном тогда будет уже что с камерой, когда смонтируем. Да тоже что-то здесь было. Большая садовая. О, как низко тоже окошки. Мы были на канале «Живое путешествие». Мы с вами сегодня прогулялись по Вышнему Волочку. Надеюсь, вам тоже понравилось, как и нам. Гуляли мы с 11 часов до 4, 5 часов. Только на такси доехали до монастыря, дальше все пешком ходили. Большое спасибо за просмотр. Здесь особо уже снимать нечего. Скоро мы опять подходим к реке. А, кстати, мы не видели реку Тверцу. Может, когда еще заедем. Только как-то к цене нас все вело. Сейчас мы с
сверимся с картой. Да, вот Снинский канал мы опять будем переходить. И нам осталось 1,6 до отеля. Ну, я сейчас отключаю телефон. Большое спасибо за просмотр. Если будет желание написать свое мнение, буду очень благодарна. Пока. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих видео.